the blue corner. Друг Манаев, ростом 87 сантиметров, вес 105 килограммов ровно. Национальный рекорд 23 боя, 16 побед, 6 поражений при одной величине. His professional record 23 bouts, 16 victories, 6 defeats, and 1 draw. His style is freestyle. Ladies and gentlemen, representing 5 Syndicate, United States of America, introducing Virgil Restock Seeker! Your steel Tudo is Saba. His style is Saba and Tudo. His style is Shibasovsky Club. Ahmad Rasiya. Prishayte. Alexander. Kareta. Ну и вот начинается у нас бой тяжеловесов. Александр Емельяненко, возвращение прославленного спортсмена. Есть уже одна победа у него в лиге WFCA. И вот сегодня судья, второй поединок. Судья, Вирджил Звиккер также выступал в этом промоушене и постарается сегодня реабилитироваться за стартовое поражение от Зелимхана Умиева. Александр быстр как никогда. Очень быстрые руки у этого бойца. Посмотрите, что он делает в самом начале первого раунда. Великолепная скорость нанесения ударов с рук. Ну и, конечно, Вирджил Звиккер, он выходит из полтяжелого веса. Видим, что в габаритах он уступает Александру, соответственно, в мощи. Ну и необходимо отметить, что Александр прошел уже второй тренировочный сбор. Очень серьезный лагерь в Чеченской Республике, в Гудермесе. И при этом практически паузу небольшую для себя взял после победного боя 27 сентября, буквально неделю. И потом сразу же вернулся он в Чеченскую Республику и начал здесь трудиться в Гудермесе. Посмотрите, сейчас Звиккер пропустил хороший удар с левой руки и тут же, по-моему, психологически чуть подламывается. Да, показывает, что там был тычок. К сожалению, мы этого момента не видели. Левый сбоку бросается сейчас Звиккер и сам проваливается. Сейчас Александр тянулся. О, и справа попадает Звиккер. Да, Александр пропустил дистанции. Сейчас удар через руку. Правый кросс. Еще раз справа заряжает Вирджил Звиккер. Все-таки на руках очень хороший американец. Я думаю, здесь как раз-таки шанс панчера. И слева попадает Звиккер. Да, такой корявенький удар запустил. И сейчас, вы знаете, 3-4 удара. Да. Огромное количество ударов наносит Александр. И при этом многие из них точные. И сейчас еще с клинча колена с левой ноги запускает по туловищу. Здорово. Опять с клинча колена. Справа уже. Ну и работа в клинче. Вот это бросается Звиккер вот этими ударами через руки. Очень опасные эти удары. Александр, тем более, мы знаем, что руки так всегда летят от груди, и в том числе он стоит достаточно раскрыто. Левый мидл по печени. Да, неплохо попадает. От Звиккера очень жестко и точно. Сейчас очень хорошо Звиккер попал. Ну и да, много отмечали именно вот эти низкие руки. Справа дважды попадает Александр. Да, и здесь добивание идут серьезное от Александра. С правой руки жестко и точно. И здесь Звиккер уже просто терпит. И я думаю, что он сдался. Я думаю, что он сдается в этом бою. Очень близок к тому, чтобы Александр очередной свой бой закончил досрочно. Как и первый после долгого перерыва 27 сентября в лиге. Да, серия забивания останавливает.
Армена Маняна этот поединок. И сразу же вскакивает Вирджил Звикер. Выказывает уважение Александру. Да, и уверенная победа. То, уверенная о чем победа. Я вам говорил, Асламбек, и чуть-чуть так предвосхищал. Говорил, что все-таки даже в первом раунде Александр может нокаутировать своего соперника из Северной Америки. Так это и произошло. Да. Да. Александр Емельяненко финишным ногам одерживает победу. Ну и при этом президент лиги Ахмата и клуба Ахмата Абузаид Висмурадов с Адамом Кадыровым сейчас награждают победителя. И в том числе Мурат Бичуев, главный тренер бойцов клуба Ахмат.